Ветеран спорту, судья международной категории и заслуженный тренер Беларуси по плаванию Ганна Букреева означает юбилей – 75 годов. Сегодня с днем народжения яе віншавалі сябры, коллеги и выхаванцы. Яе працоўная биография почалася в 1969 году. По заканчении Казанского педагогического института Ганна Букреева прибыла на тренерскую работу в Гомель. Яе укладу развитие плавания в нашем регионе складана пераоценить. За 50 годов тренер подрихтовала больше, як 30 майстров спорту. Яе вучни становились пераможцами и призерами олимпийских гульняв и першинства у свету и Европы. Юбиляр выховала великую колькость спортсменов высокого международного класса, серед яких чемпион свету и двухразовый удельник олимпийских гульняв Яуген Цуркин. У знак подяки сегодня двое яе выхованцев подарили тренеру свои узнагороды. Именно Анна Павловна Букреева, она привила именно ту любовь к плаванию, которую пронес через всю жизнь. И уже достигнув 40-летнего возраста, я вернулся в плавание. И если бы не было того багажа, который мне привила Анна Павловна, то я бы, наверное, сейчас бы и не достиг тех результатов, которых достиг. Зараз Ганна Букреева разом с дочкой Антониной рыхтует подрастающее поколение у спортивной дитячо-юнацкой школе Олимпийского резерва номер 7 и працуя старшим тренером национальной команды Беларуси по плаванию. Фраза «вся жизнь в движении» – это вот и как раз абсолютно подходит ко мне. Утром я встаю, у нас в 7:15 начинается тренировка с малышами. Мы работаем. Потом подъезжает, например, если доцентрализованная подготовка, подходит Цуркин до бритвы. Еще там пару спортсменов. Начинается это, перерыв, отдых. Затем вторая тренировка. Ну и домой приезжаю в 9 часу. То есть я еще раз повторяю, наша жизнь в движении.